Приветствую, друзья. Мне пишут: ваш голос лечит, картины ваши лечат, и стихи ваши такие необыкновенные, вы гений, вы великий человек, человечище. Друзья, вы представляете, что я должен испытывать, когда мне постоянно пишут такие благодарные комментарии? Но это для меня, как я говорил, волшебное зеркало. Вот у меня какое-то настроение вдруг, вот я ищу состояние влюбленности, в кого влюбиться, ну, я шучу, чтобы холст новый написать. Может быть, улыбку написать, вот так, чтобы она была, чтобы сразу было видно, не предмет нарисованный, а улыбка, чтобы была, и чтобы вызывала это состояние. Ну, наверное, я уже скоро это сделаю, потому что, имея такое волшебное зеркало, вы муза моя, друзья. Я посмотрел вот целебный ролик, который был давно, там, где ключевое дыхание я даю, и где волну даю, да. И такое количество благодарностей, боже ты мой, ну как я после этого могу устоять? Я таю, вы знаете, многие люди ищут такое состояние в чем-то. А мне достаточно посмотреть комменты. Все, и у меня уже крылья растут. Друзья, я вам нарисую улыбку. Да, улыбку нарисую, такую улыбку. Ну, прямо не знаю, какую. Но такой у меня восторг в душе. Что бы я был, кто бы я был без вас? Но никто, и звать меня, как говорится, никак. Хорошая фраза. Я никто, и зовут меня никак. Или как-то там еще по-другому. Можете мне написать, напомнить, коммент. Видите, как я вас завлекаю, чтобы вы мне комменты писали. Почему? Потому что у нас осталось всего 200 человек, и у нас будет уже 200 тысяч подписчиков на одном только Ютубе. И как говорил Маяковский, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Значит, наш метод, ключ, нужен. И поэтому я... Ну, что сказать, как говорится, желание любого человека сегодня, чтобы у него было больше подписчиков, так это не у меня. Это у нас всех, потому что вместе мы сила, потому что мне там такие вещи пишут, как это помогло, здоровья мне желают, и многолетия, и моим детям, и внукам, и правнукам. Знаете, какое это счастье, когда ты чувствуешь, что ты нужен. Друзья, и улыбка, и картины, все для нас, имеется в виду для вас и меня. А вместе мы действительно сила, потому что сейчас люди должны объединяться на основе одной человечности, доброте, отзывчивости. Потому что только локоть друга, только любовь спасает людей. Только любовь сохраняет мир в мире и защищает мир от всяких кризисов и всяких таких штук, слова, которые уже, оказывается, называть нельзя. Но вы понимаете меня? Потому что мы с вами, друзья, на одной волне. Я очень вас люблю, потому что без вас меня бы просто не было. До встречи, друзья. Пишите, отвечу.